Добрый день, друзья. Мы сейчас находимся в Вэйхае. Вот Андрей приехал сюда именно, чтобы настроить здесь бизнес и по производству не только то, что раньше было моторов, но и китов, и автомобилей в дальнейшем, чтобы поставлять в другие страны не только моторы и контроллеры, а полностью комплекты. В Москве мы недавно протестировали хороший мотор четырехполюсной, очень перспективный. Это подобие примерно как DA95, тоже четырехполюсной, 48 позолой, кто интересовался этим. Мотор более скоростной, чем все моторы, которые были раньше, шестиполюсные, наподобие DA100, DA112. То есть мотор, который сейчас будет делать тоже 112 габарита, но четырехполюсной и гораздо более скоростной, как я сказал. И по мощности он будет побольше, чем DA112. Потому что тем же крутящим моментом, но большая скорость. И при тестах он показал себя очень хорошо. То есть тестировали его в лаборатории Совальмаш. И теперь задача, куда мы его будем ставить. И это наш первый претендент, куда мы будем его вставлять. Это грузовой автомобиль грузоподъемностью 1,5 тонны. Практически та же газелька, да, которая используется в России, но... Как вы видите, неплохой дизайн. Вот мы ее снимали и на ходу. Вот. Сейчас стоит магнитный мотор. И то, что Андрей сейчас снимал, конечно, потребление побольше. И когда мы трогаемся, идет до 180 ампер. То есть это потребление большое. Когда мы поднимаемся на небольшую горку с небольшой скоростью 20 км в час, потребление до 100 ампер, ну это слишком много. Если на нашем асинхронике, то в два раза меньше идет потребление. То есть мы говорим не о какой-то стабильной скорости, а на всех переходных режимах. Поэтому особенно потребление большое, когда мотора не хватает крутящего момента, и он трогается. Потребление очень большое. Поэтому на небольших горках, когда мы начинаем трогаться, потребление большое. Вот поэтому... И выбрали, останавливаемся на этом моторе, который будет запускаться. Название ему потом дадим, будет там 112 SLM или еще как-нибудь. Потом это выяснится. Главное сейчас его запустить в производство. Главное, что первые тесты прошли. Автомобиль сам по себе очень хороший. Андрей на нем покатался, очень довольный. Тихий, неплохая. Неплохой дизайн, в принципе. И по сравнению с тем Кенгуру, который мы снимали год назад примерно, да, который был сертифицирован для России, ну, это небо и земля. На более комфортно, сидеть приятно, обзор очень приятный. То, что мы сейчас поездили здесь по горам, вот, видно, очень управляемый автомобиль. То есть от мотора управляемость не потеряется, но добавится приемистость, добавится возможность ездить по горам. Потому что, например, этот автомобиль сейчас рассматривается для поставок в Индонезию. Но мой клиент, мой партнер интернациональный, у которого в Сингапуре филиалы, в Китае филиалы, и должна быть поставка в Индонезию, им нужен автомобиль, который ездит по горам именно. И у этого автомобиля с магнитным мотором максимальный угол подъема 20%. Это для грузовичка это мало. Тем более, если загрузить 1,5 тонны, то понятно, что он не пойдет. Вот. Все те, кто сталкивался с DA95, знают, что крутящий момент у мотора огромный. То есть 83 ньютона на метр со старта плюс редуктор, если поставить, то на колеса с редуктором 8. Будет понятно, что чуть ли не 500 ньютонов на метр, это чуть ли не как танк, да? Поэтому будет тянуть, ну, новый DA112, который выйдет, понятно, что крутящий момент будет еще выше, тяга будет намного больше, поэтому надеемся, что получится очень хороший мотор и хорошее первое транспортное средство, которое будет с нашим мотором.